Спасибо. Вы проголосовали. Спасибо. Такие слова впервые услышала Ксения Хрусталева, победительница всероссийского конкурса «Большая перемена». Девушка к своим первым выборам подошла очень ответственно. Изучила всех кандидатов и их политический опыт. Для меня, наверное, голосование – это то, что мой голос может повлиять на что-то большое, на что-то важное, и то, что я являюсь вот этой вот частичкой чего-то важного, из чего складывается как раз все государство. И это очень необычно ощущать, когда вот ты первый раз приходишь на выборы, отдаешь свой голос, такая вот ответственность некая чувствуется, которую ты как раз вот и проявляешь. Среди тех, кто проголосовал впервые, были и военнослужащие, которые прибыли в Ульяновск на тематическом поезде «Сила в правде». Юноши и девушки – участники военного ансамбля. С 23 февраля они путешествуют по России и в первый день выборов оказались на вокзале Ульяновск-Центральный. Как настоящий патриот, истинный патриот своей родины, военнослужащий, экипаж этого поезда сегодня в первый день голосования голосует здесь, в Ульяновске, потому что они сюда прикрепились, потому что они подали заявление о голосовании по месту нахождения. Военные в полном составе приняли участие в голосовании. Избирательная комиссия Ульяновской области на вокзале разместила временный участок для голосования. Все по правилам. Запломбированный ящик, кабинка для тайного волеизъявления, инструкция по голосованию и информация о кандидатах. Напомним, избирательные участки будут работать 3 дня с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 вечера. Для голосования избирателям необходимо паспорт гражданина Российской Федерации. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.